Где у вас консервы тут подаются эти? Консервы какие? Ну там рыбные, там печень всякие. Где у вас там консервы? Куриные. Консервы? Да. Где вот бакалея? Где-то король и третий рядом. Ага, спасибо. Thank you.
Пачка воды. Консервы подают. Ага. Рядом, да? Ага, спасибо. Короче, я сейчас иду по проспекту Мира и иду в этот. Открывать нельзя. Иду сам бери, сейчас посмотрю, что канает. Сейчас я там что-нибудь тарю. Сейчас я, короче. Грамм 300. Сейчас.
Получается, пишем ее. Зайдем в этот. Посмотрим там. Люстра. Заходим, снимаем. Отчетчи. Идем, короче. Пишем центральный, короче. Вот. Посмотрим, сколько там стоит люстра. Потому что мне надо люстру. Я свою люстру, кстати, короче, снял, выкинул. Сейчас посмотрим тут люстру. У меня, кстати, бабок нету. Ну, то... Так, ладно. Если я хожу, тут и идти покупать люстру. Санитарии. Посмотрим. Санбери. Это якобы, короче, нельзя снимать. Вообще, по идее, такого закона нету, что нельзя снимать. Это что, цели такое, объект какой-то. Сейчас, короче, идем в Санбери. Посмотрим там. Блять, сюда приехал цирк, блять, я не хожу на цирк. Просто не хочу смотреть на животных, которые страдают, которые там околоты всякой фигней. Нахуй не надо деньги тратить на эксплуатацию животных. Сейчас идем по апельсин. Надеюсь, она еще каменку засунет. Пиздро не ходил в цирк. Ну да, если там люди бы одни выступали, я пошел бы, а потом он мне нахуй не нужен. Все, идем дальше больше. За что 400 лет, за что 800 наберу по корму безумных животных. Чем, блядь, буду бабки нахуй тратить там. Да ебал, сука. Бедные животные нахуй. Пизду нахуй. И в зоопарке я не хожу нахуй. Я ебал, такое счастье. Надо пройти. Дальше нахуй. Так, сам берем ходцем там. Спускаем, как он сейчас знает. Скажу, да почему, по идее, можно снимать. Надеюсь, мне нормально. Красиво, да? Что-нибудь так. Это с Фоксом я пойду на море. Посмотрим, какая там погода. Служебный код. Там обход, короче. Сейчас курица.
Мексике, короче, возьму. И как там еще там чинивать при барахлюсь. Где тут вход на Сан-Бери, центральный. Короче, пойду в центральный вход. Интересный? Сан-Бери. Пойдут нас. Так,
Кудлица подается. Которая на вывеске? Да. Нет ее уже. А уже нету, да? Ага. Почему всегда что-то на вывеске была курица? Да. Еще не знаю, что покупать. Thank you.
Так, шикарно еще тут. А, тебе взять эту лапшу тайландскую с морепродуктами. Ну, лапша, как запаривается там с морепродуктами. Ну, та сейчас три возьму, она 64 рубля. 64 рубля. Да, наверное. Ну, она чисто Таиланд. Я три штуки возьму, ну. Я там взял банан чуть-чуть, это, как у, это, сосиски жарить, носки одну пару за 12 рублей. Вот носки. Там это... киви нету, и курицы пяти нету. Киви, короче, 30 рублей стоит. Я это как придурок набрал это и потом посмотрел ценник. Нифига себе. Тут нори, а ну нори я не донесу, она сломается, 117 рублей стоит. Так. А. Ну вот, я сок взял корейский. Ага. Ну, я, короче, этот сейчас тогда вообще, я не знаю, что тут вообще брать. Я зашел, а сейчас надо посмотреть, а консерву какую? Ага, ну тут лапша всякая. Ага, тут, я понял, тут лапша всякая разная. О, а я сейчас не знаю, но мне надо в этот зайти, как он называется, Таиланд в этот магазин или как он там? Ага, ну сейчас давай сейчас возьму лапшу, попробую, что за лапша. Давай. Yeah.